Свидание на рассвете у океана. Что может быть романтичнее? Доброе утро, дорогие. Меня зовут Виталий Кудрявцев, я актер театра и кино. Сегодня у меня первое свидание с программой «По секрету всему свету». И оно, я надеюсь, перерастет в головокружительный роман. Мы отправляемся в большое путешествие. Не будут песни и танцы, дикие звери и ошеломляющие виды, колоритные города, плантации экзотических фруктов. Но главное, самые жизнерадостные на свете жители. Дамы и господа, я приглашаю вас на свидание с Кубой. Мое большое кубинское путешествие начинается на Варадеро, пожалуй, главном и самом известном курорте Кубы. Кажется, что с этими жаркими краями у лазурных берегов Атлантики нас разделяет половина земного шара. Но добраться до них проще, чем кажется на первый взгляд. Прямой рейс 13 часов, и вы, не побоюсь этого слова, в раю. Чего ж там греха таить? В первую очередь сюда, на Варадеро, туристы приезжают ради пляжного отдыха. Не насладиться им — преступление против своего отпуска. Просто парное молоко! Мы на Кубе! Господи! Это же просто какой-то кураж, Кайф! Есть счастье на свете. Оно вот сейчас. А на такой рыбалке мы еще не были.